Amazfit Bip поражает своим великолепием. И в этом 2018 году, я думаю, стоит брать его. У него все-таки лучше потенциал, побольше функционал. И смотрится на руке посерьезнее. Ну а так, в принципе, для бюджетного варианта достаточно будет и Mi Band 2. Итак, что хотелось бы сказать, подытожив немного все вышесказанное, сравнив все, что можно. Так, я в районе 2 недель носил 2 этих браслета на своей руке. На левой руке стояло 2 отдельно функционирующих приложения, на которые приходили данные. И что я хотел бы сказать? Ну, за Mi Band 2 я уже довольно-таки много говорил. У меня есть отдельное видео, ссылка будет в описании. Вот по перепрошивкам Mi Band 2 и Mi Band 3, или, так сказать, Amazfit Bip, как его еще правильно называют. Вот, тоже будут ссылки в описании по поводу его прошивки. В общем, что хотелось бы сказать, подытожив немного. Это 2 браслета, функционал которых немного различается за счет того, что на одном стоит чуть больше дисплей, есть компас встроенный и дополнительные функции, такие как больше тренировок там. Вот, в принципе, мне бы хотелось сказать, что тот функционал, которым я пользовался, он, в принципе, одинаковый. Что на одном, что на другом. Этот я перепрошивал на русский язык, делал отображение всего. Вот, ну, уже сутки его не ношу, в принципе. Остановимся на том, что Mi Band 2 нам придется снять с руки, скажем так. Здесь и поприятнее, и функционал получше. Есть свои нюансы, конечно, по ремешку, по удобству, вот, но он мне больше как бы нравится. Вот. В нем больше плюсов. Окончательный итог таков, что да, действительно, если есть лишние деньги, скажем так, который вы хотите переплатить за функционал, которым вы навряд ли будете пользоваться, вот, то стоит взять Amazfit Bip. Вот, они более лучше смотрятся, их можно кастомизировать получше, можно сделать замену ремешка, можно накладки поставить, можно стекло наклеить, даже пленку. Вот, вариантов уйма на самом-то деле. Вот. При плохом освещении довольно-таки читаемый дисплей, чего нет на Mi Band 2. Стоит ли брать в 2018? Я думаю, что стоит. Но, опять же, если нужен функционал там, для тренировок, для того, чтобы помыть руки, покупаться, поплавать в бассейне, там, на море съездить, достаточно будет и Mi Band 2. Вот, со своими задачами не справляется. Такое ощущение, что у них как бы начинка Mi Band 2 стоит здесь. Ну, плюс дополнительные функции, такие как компас, там, акселерометр внутри. Вот. Чуть больше дисплей. Заряда хватает надолго. Вот, скажем так, я его зарядил до 100%, но где-то 8% у меня ушло за неделю. Причем за эту неделю я 2 раза перепрошивал его. Сначала на русский язык, частично русский язык, потом на глобальную английскую версию, которая сейчас здесь и стоит. Меня она полностью устраивает. Как бы, если вы его во время перепрошивки убьете, есть возможность его реанимировать. Вот, ну, если зависнет, допустим, прошивка. То есть, ну, как бы, работает он нормально в этом плане. Оживить его не критично, но можно, в принципе. Точно так же, как и Mi Band 2, тоже можно взять и оживить. Вот. Что бы хотелось еще сказать?
на первый взгляд пластиковые вот эти вот вещи, ну хотя в принципе кому как, оказались на вид прочными. Потертости на ремешке присутствуют, ну да, присутствуют, вытирается более чем Mi Band 2 ремешок, ну хотя на Mi Band 2 ремешке у меня тоже софт-тач практически стерся, такой уже как бы не сильно приятный стал пластик. Вот. Можно поставить железный и любой другой браслет.